А сейчас рубрика «Общение с подписчиками». Вот несколько из них, взятых с Ютуба. Комментарий от Маркова Юрия. Автор: «Вот мой тебе простой ответ. Мы живем в системе капитализма, и давно придумана патентная система. У сильных мира сего просто патенты на всевозможные изобретения, в том числе на все, что перечислено в этом видео. Поэтому даже если ты изобретешь какой-нибудь двигатель на воде, то к тебе придут и скажут, что ты нарушаешь их патент. И если дальше что-то будешь делать, тебя в тюрьму отправим». На что ему отвечает пуля снегопада: «Доброго времени! Я бы не назвал сильными политических марионеток, выставляющих себя клоунами. Это куклы. Если мир в твоих руках, ты бы мял его под себя, а не дробил бы на вымышленные государства, как происходит. У тебя все деньги мира в руках и вся власть. Что делать? Любой бы попытался что-то великое и вечное создать. Значит, капитализм ни при чем. И управляющие нашей реальностью вообще не здесь находятся, и цели их иные. Мы сами для них ресурс. Судя по тому, что создают искусственную нужду, войны, революции, страдания и ненависть, а еще тотальную глупость. Наши эмоции для них очень вкусные. И покуда мы будем глупыми, мы ничего этого видеть не будем. Будем видеть только следствие и совершенно не отуплять о причинах».